Охранник, что где-то рядом сегодня долбанули. Вот совсем рядом. Появляется, пропадает, да? Російсько-терористичні війська продовжують знищувати інфраструктуру Донбасу. Цей завод, Авдіївський коксохімічний, є основним у цьому місті. Якщо його не буде, не буде і самої Авдіївки. А як часто тут бувають обстріли? Ну, останній був в ночь з вторника на середу. Стріляли, попали в газопровод на танці. А до этого был на прошлой неделе тоже в среду, а до этого 17 января, то, куда мы сейчас идем, это обстрел 17 января. Казьмин Владимир, начальник цеха улавливания номер один, на котором мы сейчас находимся. Было прямое попадание снаряда в Зарец. Здание машинного зала. В результате всего вы видите, что были разрушены все окна, линии выдачи газового конденсата, паропроводы и трубопроводы газового конденсата. Они находились, два работника, они оба пострадали. Было посечено лицо человека, руки и осколок попал в ухо. Здесь огромное количество опасных химических веществ, соединений, коксовый газ. Куда бы вы ни попали, есть большая доля вероятности того, что произойдет катастрофа, экологическая катастрофа, катастрофа с большим количеством человеческих жизней. Позаду мене цистерна з аміачним конденсатом. Мешканцям Авдіївки буквально пощастило. Адже якщо б снаряд потрапив у ці споруди, то тоді б весь район було б заражено небезпечною хімічною рідиною. Тому що вона врізалась от сюди. От вони, елементи. Подождіть, подождіть, зараз будемо показувати все. Покажите еще раз осколок. Вот такого добра здесь много. Как вы думаете, чем это били? Град. По крайней мере, мы его вытаскивали. Вот из того здания, куда я вас водил первый раз, мы вытаскивали саму болванку града. Завод должен работать.